главное предложение сегодняшнего дня – это южнокорейский красный женьшень с омегой-3. И именно сегодня мы его для вас подготовили, потому что, к сожалению, цифры заболеваемости по всему миру этим злосчастным вирусом растут. Сейчас появился новый штамм. В Китае чуть ли не закрыты китайцы и не имеют права выйти куда-то. У них масочный режим не прекращался. В Европе опять увеличилось количество заболеваемости. Ну и, собственно говоря, в России он тоже растет. Вы знаете, вот забота о нашем здоровье лежит только на нас. Мы это за последние 2 года четко усвоили. Так что именно иммунитет, именно наше крепкое здоровье, знаете, как вот крепкая броня, которая будет защищать от вирусов, бактерий, от всевозможных простуд, которым часто мы страдаем именно в межсезонье. Это главное предложение дня, и расскажет о нем все подробно эксперт телеканала Shop & Show рубрики «Здоровье», врач-провизор с высшим медицинским образованием Александра Клеонова. Здравствуйте, уважаемые зрители. Олечка, здравствуй. И рада вам рассказать про женьшень. Южнокорейский красный женьшень. Он растет 6 лет. За это время он впитывает в себя 46 видов сапонинов, биологически активных компонентов, витамины группы В и жирорастворимые витамины. Посмотрите, как выглядит сам корень. Он красный от повышенного содержания именно витаминов и других активных соединений. 2 года готовят почву, потом 6 лет еще растет сам корень женьшеня, то есть, чтобы создать одну баночку, нужно 8 лет. Почему так за женьшенем охотятся люди со всего мира? Потому что он обладает иммуностимулирующим эффектом. И действительно, когда была пандемия в Китае, в Южной Корее все было спокойно, потому что корейцы сами пили препараты на основе красного женьшеня, и ковид обходил их стороной. Кому же показан наш препарат и как он работает? Показания к применению – это пониженный иммунитет, частые простуды, любые хронические заболевания, восстановление после травм, болезней, операций, после лечения антибиотиками, а также сахарный диабет, потому что женьшень снижает уровень сахара в крови. И также среди показаний – нарушение сна и памяти, потому что женьшень нормализует деятельность нервной системы. Так, почему у нас капсула? Почему именно такая формула? Дело в том, что такая формула очень хорошо усваивается. Посмотрите, защищает такая форма компоненты от растворения в соляной кислоте желудка. Так. Они в кишечнике всасываются, попадают сразу в кровь и там уже начинают свое действие. Но помимо женьшеня в состав входит омега-3 полиненасыщенная жирная кислота. Ее добывают из мяса сардин и анчоусов, рыб, которые водятся в океане. Она укрепляет сосуды, она выводит из них холестериновые бляшки. Она смягчает действие женьшеня на сосуды, поэтому такой препарат можно даже гипертоникам. Женьшень не вызывает повышение давления как побочный эффект. Вот как. Теперь вопрос, как мы принимаем? Сколько капсул и как? 1 капсулу принимаем в день. 1 капсула 1 раз в день во время еды. Я советую пить во время завтрака, чтобы сразу энергии на весь день зарядиться. И курс минимальный длится месяц. Но сейчас, осенью, когда сезон вирусов уже приближается, или если вы чувствуете, что ослабла иммунная система там, после ковида, после другого заболевания, можно пить 2 месяца подряд и даже 3 месяца подряд. Тем более, что впереди осень, впереди зима, то есть как раз таки непростые времена для нашего иммунитета. Да, наши телезрители делятся, что они пьют по 3-4 месяца, делают перерыв на 2 недели и продолжают принимать. Вы получаете сегодня, так как у нас день красоты и здоровья, сразу 2 баночки по 180 капсул. Капсул каждая – это годовой запас, всего за 2499 рублей. Добавьте в корзину заказа, добавляйте еще, например, коллаген, добавляйте специальные кремы от варикоза и отечности, и при покупке на 4990 и более вы получите подарок от телеканала Shop & Show. И, внимание, у нас за презентацию продается по 900 комплектов. Заказывайте, присоединяйтесь. Ну и, конечно, знаете, вот именно про поводу бодрости. Я разговаривала недавно с двоюродной сестрой, она говорит, у меня такая усталость, у меня ощущение разбитости. Я только проснулась, у меня нет никаких сил. И опять же, в течение дня я не могу перенапрячься. У меня прям такое, знаешь, желание прилечь и поспать. Ведь многие такие симптомы испытывают. А еще, если кто-то где-то из окружения вдруг чихнул, тут же прицепляется эта простуда ко мне. Обостряются наши хронические заболевания. Это знакомо сейчас очень многим. Звоните, торопитесь. У нас скидка 73%. Ты знаешь, вот говорят, что в этом году какие-то сложности с женьшенем, с поставками.
Да, потому что это был очень жаркий год. В Южной Корее намного меньше женьшеня выросло, чем обычно, поэтому у нас ограниченные поставки. Ну и вообще сейчас, поскольку опять поднимает голову ковид, опять где-то карантин, как, например, в Китае, и местами в Европе где-то уже вакцинироваться снова, люди начинают маски носить, корейцы придерживают женьшень для себя, и другим странам его достанется очень-очень мало. Но у нас пока есть небольшой запас. И почему, собственно говоря, женьшень так полезен? Хочу немножечко об этом рассказать. Посмотрите, женьшень содержит в себе 46 видов биологически активных компонентов. Витамины группы В и витамины А, Д, Е и Ф. Тем более в сочетании с омега-3, полиненасыщенной жирной кислотой, которая тоже входит в состав капсул, он улучшает работу сердца. А в год в мире происходит более 1 000 000 инсультов и примерно столько же инфарктов, когда просто больные сердце и сосуды не выдерживают. Посмотрите, вот если сосуды слабые, то просто один из них может разорваться, и кровоизлияние тогда произойдет в мозг. Ужас. Это геморрагический инсульт. Он очень опасен, потому что одно из самых легких его последствий – это частичный паралич. А в худших случаях может и полный паралич наступить, и мгновенный летальный исход. Поэтому о сосудах очень важно заботиться и следить, чтобы они были чистыми. Омега-3, она удаляет из сосудов холестерин, убирает бляшки, и таким образом сосуды эластичные, прочные, в них нет лишних каких-то соединений, и они устойчивы ко всем нагрузкам. То есть скажи, пожалуйста, да, то есть мы получаем продукт уникальный, это эксклюзив, вы нигде не встретите в сочетании южнокорейского красного женьшеня, который дарит нам энергию, и плюс еще и омега-3 для сердца и сосудов. Скажи, сколько срок годности нашего продукта? Срок годности 2 года, и я хочу вам даже показать дату на упаковке. Свежая. Вот, посмотрите, 26 июля, то есть, ну, чуть-чуть больше месяца буквально назад препарат изготовили, и 2 года еще почти он будет храниться. Причем не надо хранить в холодильнике. Да, торопитесь, сделайте свой заказ на 2499 рублей. Поставьте эту баночку на стол, пусть каждый член вашей семьи принимает одну капсулу в день. В первой половине дня с 14 лет можно 2 года срок годности. При покупке на 4990 вы получите комплимент для ваших мужчин. Заботьтесь о своем здоровье.